согласились. Здравствуйте. Мы встретились с Марией из Local. Это молочные продукты, натуральные, свежие, из Киева. Представляешь, как нам повезло? Да, да, нам, наверное, повезло. Что самое вкусное есть в мире? Ей не очень повезло. Надо это все вот этими надо руками, делиться, понимаешь? Да, надо делиться. Самое вкусное, наша фишка — это густые йогурты по греческой технологии, сыр Коломы по кипрской технологии. То есть то, что так далеко, совсем близко. Прекрасно. Все это мне напоминает утро. Знаешь почему? Потому что я ем каждое утро. Это как будто утро. Каждое утро. А как ты, кроме того, что утро, как еще можно использовать? Ой, это можно и вечером. Можно вечером. А под вино, наше любимое? Под вино? А, что? Да, смотри, что под вино? Ты же смотри. Вот это, да. Вот это, да. Это мощнее. Это молодой коровий сыр в овощной зале. Прекрасно. Это очень вкусно. Да. Овощи не зря умерли. Да, что превратившись в залу. Совсем нельзя. Совсем не зря. Вот. Это с такой с легчайшей розе. Ну это как раз на лето, да? Да. Дольчетто Барбера, то есть. Это сейчас на утро как раз вот то, что просыпаешься уже 30 градусов, как бы хочется вот что-то. Розе и вот это. И все. И все. Не, на хлеб. Хлеб еще. Хлеб только что запекли, да? Который сейчас хрустит, да? Прямо... Отлично, прекрасно. Вот это и розовенький. Розовенький обязательно. Отлично. Без розовенький не обойдешься. Отлично. Ну, то есть, ну, обойдешься, ну зачем? Я с тобой полностью согласен. Зачем? Что это за сыр без вина? Да. Ну, да? Йогурт, конечно, не приглашает вино, правильно? Да? Йогурт надо запивать йогуртом. Йогурт на йогурт. Вот густой йогурт вкуснейший. Да? Есть, кстати, очень советы новые. Ну, такой с орехами, из пралине. Вот, очень вкусно. Можно запивать жидким йогуртом. Вот туда запиваешь, ешь это и запиваешь жидкий йогурт. И все. И день удался. День удался. Отлично. А что вот это за сыр копченый? Это халуми копченый. На ольхе. Угу. Это халуми, который кипрский, который на гриле. Мама прекрасно знает, о чем я говорю. И мы сделали для любителей копчения тоже копченый сыр. По греческой технологии. Все по кипрской технологии. Халуми — это... ниточный сыр, то есть это как сулугун, как моцарелла, как провола, то есть это когда вот это протеины, они полимеризируются и получаются нитки. Халуми — это один из этих, это такая сухая муца. Очень вкусная. Очень вкусная. Вообще на костре. С костром. С костром и с вином, конечно. Иисуса. Зачем тогда костер? Розовый. Прекрасный розовый. Отлично. Я думаю, что отсюда можно уже ехать на природу и разводить костер. Безусловно. Либо можно сейчас подойти. Через розовое пройти. Нашим величайшим мифом. Там есть куча еще величайших людей, которые делают такие вещи. А потом на природу. А потом на природу. Все, поехали. Я сыр покрою. Собираемся. Покрути сыр, да. Выезжаем. Спасибо. Спасибо. Сейчас розовый ты приведу. Я готов. У тебя уже есть розовый. Это наше местное розовенькое, это пробиотик, напиток. Не тот розовый. Не тот розовенький, но это тоже. Не все то розовое, что розовое. Да. Это не розовенький, но это вкусно. Что ж. Это полезно. Это для тех, кто перепил розовенького вечером. О! На утро это розовенькое спасает. Розовое запретили. Один розовый вливает, то есть помогает другому розовому. То есть. Это розовые дела, спасибо. Все, спасибо. Увидимся на природе.